Всем привет, с вами Хумиш, и сейчас на ваших экранах сайт моего сервера в игре Minecraft, ну а точнее по игре Minecraft, адрес сервера hipworld.ru. Вы можете без проблем зайти и зарегистрироваться, сразу же скачать лаунчер, начать играть, все очень просто, понятно, буквально 20-30 секунд у вас это все займет, лаунчер немного занимает, вот, заходите, играйте без проблем. Сейчас я вам покажу процесс регистрации, вот, кому это уже не интересно, можете закрывать, анонс сервера сделан, в описании есть ссылка на сайт, если вы вот не видите ее здесь сразу из-за плохого разрешения, то просто открывайте описание и переходите по ссылке, регистрируйтесь за 20 секунд, скачивайте за 5 секунд лаунчер, просто запускайте его и все. Ну а сейчас я вам покажу, как это все происходит. Вот нажимаю регистрация, принимаю правила, ввожу логин, допустим, Влад 1122, например, пароль 21-34-65, 21-34-65, почта Владислав@gmail.com, то есть любая почта, конечно, желательно вам ввести вашу почту. Сейчас я просто вам пример показываю того, что я ввожу любую почту, в принципе, это, ну, срабатывает вам, если не нужны никакие оповещения, никакие новости, о которых вам можно узнавать будет потом на почте, можете не вводить свою почту, а можете ввести любую другую. Вот, ввел я капчу, нажимаю зарегистрироваться, все. Все есть, можно сохранить сразу пароль. Сразу влазит такая всплывающая панелька, которая говорит нам о том, что поддержите наш сервер своим голосом и получите за это 200 кроносов. То есть это игровая валюта, вы можете каждый день голосовать за наш сервер на сайте MC Top и за это получать игровую валюту. Нажимаем кнопочку зарегистрироваться, вот есть профиль Влад1122. Есть профиль, есть личный кабинет, тут всякие функции, смена скина сразу есть. Можно ставить HD скины, если вы покупаете VIP или премиум. Можно в первые парочку дней купить VIP на 3 дня. Вот такое вот окошечко тоже у вас всплывает, которое говорит, что так как вы новый пользователь, вы можете опробовать VIP. Купить его на 3 дня за 50 рублей. Вот. Ваш статус написан, разбан, сколько стоит пополнение игровой валюты, тут всякое такое. Ну, это потом можете рассмотреть, если вам интересно будет. Что ж, показал я вам процесс регистрации. Нажимаю скачать лаунчер для Windows. Есть рядом для Mac еще. Вот он очень быстро скачивается, потому что всего лишь 1 мегабайт. Нажимаю запустить. Вот, вначале он запускается всегда немножечко долго, ну, буквально там секунд 5-7. Ну, а после он будет запускаться у вас мгновенно вообще. Вот. Просто первый раз он, видимо, адаптируется к компьютеру. Проверяет, есть ли файлы клиента. Если их нет, будет скачивать. У меня уже есть клиент, понятное дело. И поэтому я могу сразу входить. Ввожу данные, например, Влад1122. Не обращайте внимания на то, что было написано Егор94. Просто я до этого пробовал записать еще раз анонс. Но он получился не очень удачным, поэтому я перезаписываю его еще раз. Пароль был 21-34-65, вроде бы. Так, Sandbox сервер выбираем. Если что, у нас имеется уже простой сервер на 100 слотов на выживание. И в разработке арена сервер идет, вот, который будет очень интересный такой. Так, все, тут есть настроечки. Выделение памяти для игры какое дается. Нажимаю кнопочку «Войти». Вот, кстати говоря, есть тут карта сервера сразу на сайте, ну и показывает, что Battle Heap как бы в разработке. Можно посмотреть сразу карту, вот так вот она выглядит интересно. Сменить можно вид на 3D, например. Так, ну ладно, это не суть важно. Можно сразу сменить скин в лаунчере, нажать «Войти в игру» без проблем. Ява проверит быстро ваши файлы. Запустит клиент. Сейчас он запускается. Сетевая игра. Выбираем сервер. Все, выбрали. Все, загрузка мира завершена. Мы появляемся на спавне. Вот так вот он выглядит. Есть указатели, где что находится сразу же. Сразу портал в ад. Сразу магазин тут есть.
вот если прямо идти, то вы увидите, сразу есть тут шахты, все есть, все просто понятно. Вот такой вот довольно-таки красивый спаун. Ну и на этом по моему серверу Майнкрафта все. Регистрируйтесь на сайте и играйте в свое удовольствие, сколько хотите на сервере. Удачи вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.